Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре интереснейшая приманка от производителя Айзуми. Серия Багмания, называется она Майский жук 6. Длина данного жучка 32 мм. По плавучести он суспендер, то есть зависает толще воды. При использовании довольно длинного металлического поводка от 20 см может начинать немного тонуть. Вес 3,7 грамма. Оснащен крючком-тройником номер 8. Представлен на сайте в 7 довольно интересных расцветках. Все они напоминают расцветку жучков, каких-то фантазийных ярких цветов вы там не найдете. Цвета интересные, есть с зеленоватыми отливами, есть немного более светлые. В данном случае у меня расцветка номер 1 под такого вот интересного жучка. Ну и, конечно, изначально данный жук выглядел намного симпатичнее, чем сейчас. У него было 3 пары лапок, шикарные усы. Одна лапка вот отвалилась, получается, в упаковке, но и то опять-таки потому, что ее сильно поистерзали. А лапки исчезают в основном на поклевках окуня. Он иногда целой стаей набрасывался на данного жука и просто разрывали его в разные стороны. Они крепились здесь к брюшку и довольно быстро, примерно на одной-двух рыбалках, все эти его красочные живые элементы исчезли. С ними, конечно, он выглядел намного интересней. На поверхности воды, если на быстронамерной проводке мог оставлять ими усы, они немножко так шевелились, но, естественно, привлекали к себе внимание полосатых разбойников, которые быстро лишили его всех конечностей. Поэтому имейте в виду, что так красиво, как на картинке, жук держаться долго не будет, довольно быстро все это поотлетает. Оснащается он довольно объемной, мощной такой лопаткой, она толстая, она создает жуку такую размашистую игру, он идет как будто бы змейкой. На быстронамерной проводке идет по самой поверхности, поэтому проводку лучше для него избирать самую медленную, на которой он как раз таки и заглубляется. Сглубляется на 10-15 сантиметров, не больше, идет под самой поверхностью и прекрасно ловит окуня и прекрасно ловит главля. Думаю, что и по язю он отлично себя покажет. Щуки выходили, но били куда-то мимо. Основные поимки — это на первом месте окунь, на втором месте у меня главль. Он очень сильно похож на настоящего жука. Тут все классно прорисовано, имеет большое количество лака. Видите, как прорисованы крылышки, голова. Здесь имеется два глаза, между ними находится крепежная петелька, за которую вы будете цеплять данного жука. Снизу опять-таки классная прорисовка, как раз-таки тот момент, что виден рыбин. Здесь брюшко, его также сымитировано как и пушистое, так и сегментированное, поэтому хищник не видит в данной приманке ничего подозрительного, думает, что это действительно жук упал с дерева и атакует ее. Также здесь есть крепежная петелька, где через водное кольцо крепится тройничок, тройник номер 8 с толстой проволоки, с довольно неплохим поддевом, хорошо засекает рыбу, никаких проблем с ним не было, не стал его ничего не менять, никакие другие с родным тройником ловил и планирую дальше ловить. Отсутствие лапок не особо сказалось на поклевках, но меньше, мне кажется, на него именно стал налетать окунь стаи. В основном теперь это одиночные выходы, либо головля, либо окунь. Упаковка у него такая-то интересная, пластиковая. На ней имеется рисунок данного жука. Сказано, что сделано вручную. Опять-таки нарисованы эти симпатичные усики, которые, к сожалению, у меня долго не продержались. Классная имитация жука от Айзуми, Майский жук 6. На этом мой видеообзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.